Ярославские роллисты завершили зимний сезон. Последняя белая гонка прошла в Карелии. Наш город в ней представляли два экипажа. На третьем этапе чемпионата России ярославцы заняли почти весь пьедестал. В чем убедилась Елена Третьякова. Длинная дистанция, большие колеи, переменчивая погода. Двухдневная гонка в Карелии ярославским роллистам далась нелегко. К трудной трассе плюсом еще и небольшая авария. Спецучасток был очень сложный, и покрытие менялось 3 раза подряд. То есть сначала был плотный снег, потом по гравию ехали, потом по льду. Вылетел камень, очень острый. В очень быстром повороте просто пробили вот это левое колесо. В результате больше 5 километров боевая машина пробивалась к финишу на 3 колесах. Вопреки ожиданиям, экипаж Верещагина-Петрова занял 2-е место. Ярославцы уступили эту победу давним конкурентам из Челябинска. Зато и выводы для себя сделали ценные. Можно бороться всегда, нужно бороться. Мы в состоянии быть первыми, вот, но, скажем так, судьба или удача не всегда позволяет. Но я думаю, все будет хорошо в этом сезоне, и мы надеемся стать чемпионами. Вместе с роллистами-ветеранами в чемпионате России участвует новый гоночный дуэт. Андрей Головкин и Дмитрий Ловцов дружат с детства. Как пара они дебютировали в заездах 2 года назад. Из Карелии им удалось привести 3-е место. Не так давно они поменяли бывалую отечественную восьмерку на заграничную Ford Fiesta. Притирка к ней – главная головная боль гонщиков. Автомобиль настолько сложный, вот, он реально спортивный получается. Очень сложно передвигаться, привыкнуть к КПП надо, к тормозам, к рулежке, он острый. Вот у нас пока идет борьба с автомобилем. Помимо машин, оба экипажа ведут негласное противостояние в собственных семьях. У всех из них есть дети, и даже не по одному. Поэтому жены отстаивают каждый час свободного времени своих мужей. Ревнуют, а как же, ревнуют. Дома бываем редко. Зачастую в выходные хочется, чтобы все-таки муж был в семье. Но стараемся, иногда даже берем с собой. Семьям этих гонщиков придется потерпеть еще. Позади только половина российского чемпионата. Впереди еще 4 этапа. Следующий снова в Карелии в начале лета. Ярославцы по сумме этапов по-прежнему лидируют. Елена Третьякова, Александр Быков.